чуть-чуть назад, снизу петелька. Вот. И вот. И вот так вот затягивается. 10-11-летние дети с этой работой справляются. Шьете с изнаночной стороны, чтобы с лицевой стороны у вас вот так получилось. Угу. Вот и это и есть ичижный шов. В мире его знают как казанский шов. Татарстан – единственное место в мире, где так шьют. Машалла, машалла. Вот. Вот, смотрите. Вот сейчас можете ближе подойти, вы мне не мешаете. Вот смотрите, вот первый слой кожи прокололи. Вот мулине. 1, 2, 3. 3 полных круга. И потом прокалываете другой слой кожи. Иглу до упора, чуть-чуть назад, снизу от петелька. И вот так прокалываете. И затягиваете. Одни и те же движения. 5 стежков на 1 сантиметр. И все. Вот. 1, 2, 3. Сегодня здесь вам инструмент не дам, потому что я боюсь, техника безопасности будет нарушена. Обычно приходят 1, 2, максимум 3 человека в мастерскую, и там с соблюдением техники безопасности все подготовительные работы, все основные работы, все завершающие работы человек делает в более спокойной обстановке. Здесь могут друг друга задеть, обсуждать, друг другу мешать, там более спокойной обстановке. Вот смотрите, сейчас вот эта бежевая нитка...